Во время музыкального карантина решил у своих друзей по Мумитроллю спросить самые запоминающиеся записи, пластинки прошлого года, рассказывая вам о 5 пластинках моих любимых, которые появились в моей коллекции за прошлый год. Следующий будет Шурик Дза. Принимай. Брэд Мелдау, Finding Gabriel. Такая замечательная пластинка. Мне очень нравится. Называют инструментальной музыкой. Там еще и поют. Salt. Проект продюсера Inflow из Великобритании. Очень мне понравилось. Что касается наших отечественных, альбом «Командировка» группы «Интурист». Особенно песня «Мужчина моего отца». И еще одна замечательная пластинка ГРУПА. Группа ГРУПА. Дебютный альбом. И вот Шурик, почему я тебе говорю, это он мне подарил на день рождения в прошлом году. Харуми Хосоно и Таданори Юко. Это переиздание пластинки 78 года на виниле. Чин-мун.